И об спорте. У Гомелі проходит открытый областный турнир по тяжкой атлетице памяти Эдуарда Гуриновича. Больше как 100 юнаков и девчат 2002 года нараджения змахаются за перемогу. На турнир приехали так само команды из Могилева, Новополоцка и украинского Славутича. По выниках первого дня споборництва у гомельчанки Альбина Круг, Ганна Навуменко и София Альшевская завоевали 2 сребра и бронзу. З юнаков добрый выник показали Дмитрий Багук и Александр Майор. Яны заняли первое и второе место отповедно. Усяго представники Гомельской области уже завоевали 25 медалей. Споборництвы завершатся 1 лютого. В Гомеле уже в 22 раз проводится такой турнир. То, что 22 раз, это свидетельствует о хороших тяжелоатлетических традициях и Гомеля, и Гомельской области. Это говорит о стабильности подготовки хороших спортсменов в нашей области. Вы видите, с каким интересом дети, по большому счету, здесь юноши, девушки 2002 и младше годов рождения. Но вместе с тем они показывают очень высокие результаты. И с каждым годом результаты становятся все выше и выше. Поэтому у этого турнира есть будущее, и я уверен, что все получится.